сегодня мы проговорили в том числе вопрос увековечения памяти людей, которые представляли трудовые отряды. И эта инициатива была поддержана на комиссии по увековечению в Республике Татарстан, по увековечению вклада тех людей, которые внесли действительно значимый вклад в развитие республики. Мы сегодня говорили в том числе о межведомственном взаимодействии и ряд параметров определили по взаимодействию, допустим, представителей студенческих трудовых отрядов и несовершеннолетних представителей летних трудовых отрядов образовательных учреждений. Мы проговорили о том, что сегодня форум работающей молодежи может в том числе стать площадкой базовой для работы студенческих трудовых отрядов по тому, как они делятся друг с другом какими-то наработками, практиками. И, конечно, для нас важно, что в этой работе принимают участие предприятия.